Украинские команды инноваторов были приглашены для участия в 4-й по счету акселерационной программе для стартапов Huge Scene в Польше. Украинская команда Ethic Lab представила свои наработки и ведение применения технологии блокчейн в банковском секторе. Помимо Ethic Lab, в следующий этап также прошли Biltech, BeMyBit, Benesis, Boson, Glip, LendGuru, MoMoney и Positiverse.